охота была. Вот это вот Фракия тоже мозга поебывает. Дарик, вот она, вот она, девятнаха. На максимальном девятнаха приближении показывают, типа, это, как рисунок греческий на амфорах. Девятнаха все-таки этот город разъебет. Физбу. Ну ладно, что делать. Ничего не поделаешь. Такова его судьба. Ой. Не, я ж тебе другой отдавал. Не-не. Так а он-то напал на физбу. А, да. Но я никак не смог бы его защитить. Но я сейчас его заебу, этот петуха. А, он разграбил. Ну хоть не это. Ну ладно, порушит там, ладно. Опустит, хуй с ним. Зато 16 у него стал. Ебать ты, лох. Еще какой-то нападает куда-то. Опа. А, вот, десятка-то вышла. Понял. Я хотел его прикрыть. Но потом не стал, ладно. Он все равно не качан, это же город. Сейчас тоже пизды раздам. Он его заходит, интересно, или нет? Или разграбит? Разграбил? А, да и вообще похуй. Сейчас 19 выйдет, пизды ему дадут. Там просто еще не успели построиться все нужные мне строения. Два агента напали на моего шпиона. У обоих неудачно. Да, Физби понизила, плюс 3 было, все, понизила. Блять, нет, тоже неудача. Вообще одну снес постройку, хуя. О, петух. Ну, это будет пиздец его. Так, а что вот это вот? Семнаха ничего не сделала. А, ну все, Семнаха сейчас уйдет. Амазонки куда-то плывут вниз. Ебывает. Куда плывут, чего плывут? Ой, ой, кто это нападает? А, это ты нападаешь. Бачка. Собачка хочет погулять. Корми пса. А кто-то... А, думаю, кто третий был? Грифон. Накорми песика. Я выгуливаю собачку. Так, призраки на костре. Head out. Ну и да, захватывай. Ну да. Не, я чтобы этих душ получить. Ну да, я понял. Четвертый отряд уже. О, копье, кстати, получил. Уникальное. Атака всех копьеносцев плюс 5%. Стоимость найма копьеносцев минус 10%. Ебать, у меня содержание отрядов уже минус 17 тысяч. Ебашит. И персонажи минус 1000. У меня 16631. Но это вместе с этими. А, ну да. Ну все равно, покинь, у меня 7 отрядов, да? Мы тебе 5. О, если бы он тот город не разрушил, у меня по жратве было, не было проблем. Ну, сука, решил я разрушить, петух. Тебе его застраивать. А застроить город, ты тысячу солдат сразу отдать надо будет. Сомнительная такая хуйня. Так, я 3, короче, из 4 уже собрал справа. И сразу построил там Апакию. К моменту, когда там нормализуется счастье, короче, у меня там уже будет пиздато. Застроены города. У меня дерево опять кончилось. У меня дерево каждый ход, блин. Теперь у меня 28. А, блять, лол. Мне показали, что я, что у меня в этот разоренное поселение. А, это я и сделал. Ну, когда я, короче, жертву принес. Очки навыка. Это же все еще говяный. Ту-ту-тун-ту-ту-тун. Так, и там 11 еще подходит. Надо бы прикрыть, наверное. Шестерка. А, шестерка это та. Нет, еще. А, ну хотя, блин, нет, ладно. До
содержание докачать. А, это восставшие, восстали все-таки. Он там наколдовал петух. И пацаны восстали. Надо туда сейчас отрядик кидануть. На защиту. Посмотрим. Да, мне начал качаться. 1500 опыта уж набрал. Цербер. Причем, кстати, теневые и даже есть гиганты. Тень гигантов. То есть ими, если набрать каждых по максимуму, то в отряде будут все. И тяжелые, и средние, и дальние. Блять, у меня уровень управления минус до 8, это самое изменился. Минус 3000 вход, охуеть. А! Хуёво тебе. Да, вообще не то слово. У меня пока терпимо. Я пока с 7-го. У меня 30 тысяч жратвы. Я думаю, это должно. Так, этого петуха надо добить. Вообще, это даже не обсуждается. Чё, ты хочешь убежать, что ли? Ебать ты, пёс, заебал бегать. Да, продовольствие, конечно, тратится на 50% больше на 7 уровне. Не на 8 уже. Не 8. А, на 8. Это плюс 70. Это на 70% больше. Самый максимум, это последний уровень, там 90, на 95% больше жратвы тратишь на банальное содержание. Вот я охуею-то, если дорасту. Блять, я уже охуеваю. Минус 3000, прикинь, сразу. Send them to slavery. Ну, ты, в принципе, неплохой этот набрал запас. Билимся, живем, ёпта. Ой, я по бронзе почти все вокруг, кстати. Я только два перка осталось в бронзе. Один, наверное, даже сразу возьму, который рестел увеличивает приход. О, броньку какую-то выбил. 25%. Это броньку можно будет одеть. Так. Shepherd of the people. А что не чинится? Золото докачаю. А, так вот. А, нет. Докачаю камень, купишь. Потом еду. Так, девятнаха, давай, иди-ка ты. Сюда. Так, там всех выселил? А, там шестёрка еще пьет. Ну, шестёрку сейчас догоню. Бля, а я... Сука! Я чё забыл-то посмотреть? Может, я уже мог забрать этот? Амфису. Ладно. Ну, у меня же Амфиса в осаде. В осаде. В осаде! В осаде! А, не показывай, чего нет сейчас. Показываешь, что там крепость 5 уровня, блядь. Так, чё тут это? Шестерка пришла, пизды дала, да, городу? Бля, это тут хуй уже семерку набрал. Свои столицы. Итак. Чё, убегаешь, петух? Надо быстрее её собирать, блядь. Беги, беги. Далеко не убежишь. О, мне два стратега достанется. Ебать, игра лагает, пиздец просто. Да, это уже заметно прям. Ощутимо так заметно. Да пиздец просто. Ну а дотеры все еще играют в доту. О, а тебя не убежишь, петух. Я сграбил теперь. Держи ответочку. Сейчас гидра покушает. Самое главное, гидре можешь поставить урон ядом всем отрядам, прикинь. Это вообще пиздец. Это все отряды ядом хуярят. А, ебать, тебе классно наш выпал, кстати. По квесту. Он дает очень много плюшек. Ну. В том числе боевых, а у меня на ты боевые плюшки не дают толком. Ну, эти ебаные таблички, которые за квестом. Кстати. А, вот, кстати, вот этот сейчас пойдет пацан воевать. Шестерочка снаряжения ему. Так, а что шлем дает? Вероятность успеха засады при нападении ночной нет. Давайте вместо шлема и броня плюс 20, преданность. На броню тебе поставлю. Так, тут что можно выпить? Дальность перемещения по о, воде. 12 воды вход. Так, кстати, можно вот это было делать. Ой, я так знаю, скоро, блядь, магнатом стану золотым.
А, у меня этот поселок старатель увеличился на максимальный уровень. До третьего уровня закачал. Конечно, то есть кончится в бою. Все. Ладно. Я, кстати, почти до 1000 с еды дошел плюсом. Нормас. Это при том, что новые города у меня еще ничего не производят. Вы будешь меня, меня отсыпать тогда? Но надеюсь. Надеюсь, что я доживу до момента, когда у меня, блядь, еда будет стабильно в плюсе, а не как всегда. Сука, убегаешь. Петух, ебать. А, ну 16, все нормально. Еще город впишется. Хотя в городе там ничего нет особо. 19 против 16. Нормас. Автобой. В городе гарнизон сдохнет. Весь зато... причем. Да, но зато я убью этого петуха. Да, он покоцан, он же на город напал. Ну и у них будет шанс отомстить этому петуху. На тебе, ублюдок. Все. Да выебывался. Да, ебать, лаги выиграем. Просто жизнь. Да. Не тянет. Сейчас можешь, в принципе, когда и так закончится, соответственно, действий поменьше будет у компа. Ну, хотя бы на одну фракцию. Так, а что тут? Почему не могу построить? А, дерева не хватает, ёлки-палки. Ну, паки тоже дерево. Ну, ладно, до следующего хода. Так, а тут что я могу тут починить? They won't get through. Set up watches. A long walk ahead. Так, ну и что тут у нас происходит, пацаны? Вы все еще грабите, да? Мой город. На те отравленные колодцы. Успех. Так, а ты что, ты походил? Так, тут эти походили, эти походили, там вот правда амазонки еще. А, эти самые бабенцы. Вот еще. Так, богам я помолился, всем, кому мог. Ну когда гидро. О, гидро сейчас второй навык откроется, прикинь уже. Прикольно. Дальше третья все равно не уйдешь. Так что догоню когда-нибудь. Так, пацана, качну теперь. Я, конечно, до первого еще далеко. Обзора. Стоимость удержания героя во всей фракции минус 15%. Ха, ну это потом, сейчас не хватило ему одного навыка. No rest yet. А, ебать, в Цербера можно зайти даже не этот. И посмотреть души можно, даже не в свой ход. Да? Вау. А мне нельзя, по-моему. А если через этот, зайти через армию? I always have a plan. Так. Ну, да, мне даже не петь еще. Ну и вот этого, ебануть. Си семерка против шестерки. Кто кого? О, я затаскиваю. Добью эту шестерку ебаную, чтобы не, тут не маячило уже. Неплохой заход. Все отряды я тут покоцал. Если они так зависают на этот. Да. Просто не тянет вообще игра. Шо, не добил? Дорезать его нахуй. Преданность, кстати, повысилась на армаз. А куда он делся? Бежал? Или его добил? Чё, не понял. Не понял по раскладам, ну ладно. Так, там амазонки. У меня тут отряд. Там меня, надеюсь, трогать не будут. Ладно, тогда этот отряд веду сюда.
Вот а, ебать, он Цербер еще может в бою призывать жёлтых теней. Ну, про... временных. Пойду то Амазону. Есть, чисто теоретически, это отряд еще и мощнее будет, чем был, когда тут живые были. О, вот этому пацану можно, кстати, даже с перемещения по воде поставить и доплыть. Где тут? Опа! Единственная проблема, все его обилки именно самого Цербера действуют и на своих. Блять. Нормально. Да не очень. Ну, в смысле, они мне также минусы дают. Странно, почему я не могу еще дальность перемещения? Ладно. И так тоже неплохо. У него там есть, короче, крик, который снижает моральный дух. Причем снижает он моральный дух и моим войскам тоже. С другой стороны, этот отряд потом будет вообще без живых. А у живых нет такой вещи, как моральный дух. Вообще. Они им похуй, они мертвые, блядь. О, ништяк зашел. О, я даже знаю, где он. У меня будет этот первый алтарь жертвенный. Калидоре. Там все равно ничего пиздатого нет. Так, ну и все. Все, да. Сохраняюсь на всякий случай. Сейчас мало ли. Нате, ход вам. В те, помоги, блять. А то такой там этих мелких города, там мелких вот этих фракций. Уже бы нагнул их всех нахуй. Нет, и все еще пытаются мне мирный договор кидать. И так вообще. Просто у него город за городом, блядь, исчезают, а, типа, ну давай! Ну, я вот тебе сейчас дерево дам. Ты сейчас это самое его город захватишь. Я к столице уже сейчас пойду. Правильно, ебашь он нахуй. Петуха. О, мне коняшки, кстати, мирный договор дают. Бля, если ты пыпымишь, то они на меня пойдут. А сколько они дают за него? 3500 дерева, в принципе, норм. Но мне дерево надо. Ладно, бери. Я с ними толком не воевал так-то. Там у них-то три города, и они просто мне мозги ебут. Ой, я, кстати, видел, какой-то пес не воевал. Бегал. А, вот она, четверка. Что за четверка? А, это коняшки. Я туда сейчас пойду, все равно их пиздить. Только дайте разобраться со всеми вот этими петухами. Тут что-то много народу всякого бегает. О, они боевые потери начал нести, все, блять, уебываешь, да? Надо этим всем колодцы потравить тоже. Поубивать их. О, кстати, можно будет качнуть апокию. Это мне немножко сожратую улучшить ситуацию. Два отряда плывет, блять, и два отряда не доплывает, сука. И тут можно на жрачку, кстати, амбарчик построить. О, сейчас можно будет немножко улучшить. Вопрос о жратве. А где амазонки? А, не, вон они. Ёбывают туда. Ну, окей. О, кстати, можно большую акпакию ебануть. Отлично. Так и сделаю. Это все жратва немножко. Пойдет в плюсецкий. Блять. Я что-то этого никак ёбнуть не могу. Кого? Вверху какая-то? Да, там... Амиса? О, у тебя плюс один город. Хорошо, хорошо. Только защищать я их не, некому пока. Надо сейчас туда войска вести-то на защиту. Я вот тебе отдам, а просто влево пойду. О, еще продовольствие награбил. Плюс 1000. И 152 золотых. Ты можешь его по черному разграбить, кстати, на самом деле. Не, я его не... Я ничего не граблю. Ну, потому что тебя потом восстанавливают там. Да похрась. Я, конечно, понимаю, что ты привыкший. Вот это. У тебя и восстание это, в принципе, синонимы. Пока, Дима, не передавай город. А, хотя ладно, передавай. Да там просто двойка идет. Я хотел влепить. Там двойка идет, я не смогу просто неким прикрыть его. Так. А, хотя нет, передавай, я сейчас туда подойдет, пацан. Так я тебе его сразу и хотел отдать. Так, ненасытный бог войны, наверное, вкачаю. А, не, да, да. Это плюс 560 еды еще будет.
Кстати, вот этих есть, а ну есть, да. Все, золото, тут, блядь, тут на это, правда, потратил. А, оно того стоит, блядь. Ну я более-менее вырулил, кстати. Все отряды поразогнал, которые были. И на островах даже всех разогнал. Ну там еще амазонки тусуются, но это сейчас я их выкурю. Так что очень даже все неплохо. Этих бы еще разогнать, но у меня шпионы. Два шпиона не справляются с этими петушарами. Кстати, это двадцатка сильная, двадцатка. Чё там пойти? У тебя звук опять, что ли? Походу, у тебя, Дима, звук наебнулся. Ой, пизда, Джигурда. Так, а сколько стоит это Апакио? Нахмас, нахмас, слышно. 1200 дерева. Наверное, дерево тоже возьму. Хотя, может, там есть что. А, вот тут есть что. Афины. Может, кстати, Афины. А тут кто? Храм кого? Зевса. А, вот храм Зевса. I keep the rituals. А тут Фивах Чехан. Аргас. Ага. А спартов нанимать, это надо Ареса качнуть. Ага. Да, кстати. Ладно, пора делать первый. А, блядь, на алтарь золота надо. 150, а у меня 85. Сука. Блядь, я на площади, потому что уже не хватает камня. А, блядь, дерево в смысле. Да, у меня дерево осталось 2500 опять. Но я в этот раз хотя бы много построил. Ну давай, город. Давай, давай. Город, 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 все. У меня получается полная провинция, да, сейчас? Да. Можно сразу этот усилить. Нет, она хуевая. РСО. Так, Аресу можно как-то комбу кинуть? Бля, я потом бы не кинул. 500 не хватает, а, блядь, а до спартов. Че, плюсом стало? Да. Может, у меня же там событие было. Ага. Ебать, город вообще нулевый, да. Сука. У меня событие 3600. Нулевый город. Так, сейчас мои войска туда в город идут. Так что все нормас. Я, блядь, что-то события один за другим идут. Так, что тут у нас есть-то? Вот сейчас у меня события на минус 5 довольства. А что в этом городе есть уникальные постройки? А, ебать, а что это ты так и делать на 9 этих плавает? Где? А, внизу. Ну все, сейчас пизды тебе даст. Ну нет, там 17 рядом. Я, правда, хотел в самую Итаку поплыть. Кстати, а где у меня с гидрой, пацаны? Я сейчас не поплыл с гидрой куда-нибудь. Вот. Пацан с гидрой, ладно, с гидрой, вот она. Вот он тусуется. Там коцанный, и еще в небоевых потерях, так что... Есть шанс, что пока он доплывет, блядь, куда-нибудь, там ему пиздов влепят. Да, кстати, у меня везде гарнизоны... А, нет, не везде. У меня в крайней какой-то хуёвый. А, ну крайний я только-только захватил. Сами тоже он вряд ли вернется. Так, где я хотел? А, во, большой апакью ебануть. Сейчас мне жратва нужна, минус 3000 идет, минус 2700 уже. Ну, уже неплохо, кстати.
Так, этот пока в отхиле, пацан. А, ты сразу в Амфису поставил этот? Отряд? Да. А, чё ты двойку не ёбнул? Ты же с ней вроде воюешь. А, я не дохожу до нее. Или дохожу. Или дохожу. Ну, я два города прикрыл. Я думаю, это поможет. Да это, в принципе, двойка убьется в любом случае. Ну, кроме этого города. Это я только взял. Кстати, а Спарта где могу построить? Блять, я уже построил на Фивах. А, Фивах. А что это Фивах? А, Спарта. Как раз таки. Я качаю сейчас Ареса, чтобы построить Спарту. Да я понял. Просто хотя бы посмотреть, что это такое. Да, тоже хочу. Так, а что мне качается сейчас? Вот у тебя там 300 голов мужиков в шлемах. И со щитами. О, производственных. Стань, давайте вот так тут. Это, эти плавают там. Так, где мой этот самый? О, я еще могу золото улучшить. Давайте убийство соперника еще. Сейчас ему дам просраться. И, кстати, я еще покачать. Могу улучшить золото. О, отлично. У меня золото уже 114 вход. Заебись, у меня вообще копейки. Плюс 400 бронзы вход. Бля, а что это прикачать агенту? Что-то агенту все прикачано. А все равно мигает. А, не все, вот оно. Урон наносимый ядом плюс 2%, вероятность воздействия нейтрализации. Урон ядом. Это вот мне интересно сейчас. Я вот думаю, блять, ловить эту девятку или сразу идти на столицу его? Я думаю, сразу на столицу лучше сдавать. А потом, если еще вернуться, допустим, диамедом. Так, сейчас пока не набрал. Courage and strong tactics. А, кстати, ящик шпионов, знаешь, как юзают? Я просто между его градами его поставил, чтобы посмотреть, чтобы видеть, не собирает ли он там войско. Подсветка. Так, тут есть... Блядь! Я бы не синхрон. Ну это, кстати, без гидр отряд. А, кстати, это может ядовитый отряд, кстати, там есть эти. Может, да не, я не думаю, что это к этому сейчас привязка идет. А в целом по количеству действий. Ту-ту-ту, бля, ну пиздец-то. Мой ход. А это твой ход? Да. Я же ходил. Ну, я на автосейв загрузился. А-а-а. Который был доступен максимально близкий. А-а-а. Так, я тут ничего ж не могу. То есть мне заново сейчас придется все ходить, охуеть. Да. Так, я точно не могу больше ничего строить. Так, ну чё, попробуй заново ебануть это. Пойти. Давай. Тут восстание уже у меня. Блять, десинхрон опять. Он, походу, не может переработать эти самые. Как его? Войны, битвы, не может рассчитать. Их слишком много, я так понимаю. Ну, вообще, слишком много происходит на карте. Вот он начинает бузить. Героев-то насоздавали. Нахуя? Нахуя это уебывается? Насоздавали, сука. Понасоздавали. Нет, ну именно и ты, Дим, у тебя 5 или они, у меня 7. 4. Еще их 4 тебе? Да ты лох вообще, что ли? А я не могу больше пока что. Реально, не надо, да, будет, будешь сделаю. Мне эту самую жрачку отсыпать. У меня сейчас, в принципе, и так-то, чё пишут-то, за еду? Ну, походу, опять она окрашена, сука. У меня еще нет. У меня еще показывает, что еще считаем. Ну, у меня до 90%, и опять крутится сейчас он. Погоди, если... Еще есть шанс. Ну, я нажал ждать отклика программы. Походу действие настолько дохуя, что она просто не приваливает. Короче, явно все нормализуется. Вот я прям уверен, когда компьютерных этик станет вообще мало. Бля, я его закрыла вообще, выкинула к хуям.
А, блять. Ладно, выхожу ха, опять ха, в меню. Ха, Ладно, ха, давай я полностью тоже перезайду в игру. Да, перезайди в игру. Это хорошо, что сохранился в игре. Я там отдельный сейф сделал. Шестой, что ли, блять? Да, а я его пытаюсь этими. Я думаю, зачем, почему я агентов это самое сюда отвел? Я пытаюсь их там похуярить. Так, ну что, сейчас выбить, не выбить. Блять, вот на этом бою оно выбивает. Почему оно выбивает? Если сейчас опять не прокатит, то ну и вон. Может, на следующий ход. Ну да, это да, ладно. Не пойду ебашить. Ну, Халкиду нам придется вернуться. А чё си... А, это вот это вот сиренная, нихуя себе. Да. Для летающие тетки тоже получается, как эти, как гарпии, что ли? А странно, по идее, сирены, что они должны быть типа плавающие. Ну, вон, у неё крылья какие-то. Ну, да. А, они с арфами, получается. Бля, интересно, посмотрите. Да хуй знает. А какой он город тебя забирает? А хуй знает! У меня на все ответы одни. Ой, бля. А, слева Мизрин. И он не забрал, он его разграбил, походу. А, не подожди. Блять. Да сейчас проходит все. Ебись. О, вот он, петух Ликия. А чё Ликия тебе чё хочет? Мир? Или чё? Да ничего от меня не хочет. А, просто затупила. Так, амазонки и политы, блять, бегают. Фраки еще тоже грабит. А, кстати, у него там вроде 9 обоих было, да? Осталось 7. Еще 20. А, это моя 20. О, 20 на 20 сейчас пойдет. Неплохо. Сохранись, Дима, не забывай. Сейчас только на сейвов выживаем. Veteran strategist. Где у меня восстание может начать? Ёб твою мать! Где? Ликидон какой-то. Ликидон. А, это Спарта бывшая. Ага. Так. А чего там? А это из-за событий ёбаных. Ага. И у меня еще и постройки, кстати, на минус 12 дают. Мизрина, он тебя расхуярил. Да, я хочу посмотреть, насколько все там плохо. А, ну, норм. А он до плюс 3 тех был прокачан, не. Ну, это два починить и поднимать опять. Семерка, сука. А я тебе говорил это все, потому что у тебя нету этих там караулин. Сюда, блядь. Я сейчас на караульнях живу. Так, двойка там. О, семнаха пришла. 17 лошадей пришли. А, ну это еще пизды получит. Итак, короче, в осаду. Тут он, блядь, больше ничего не создаст. Пидор. Лошади ебаны. Агимон, блядь, давай плыви назад. Агимон сейчас будет. Бля, а тут караульни нету, это не починено. Жрачку разъебали вообще всю. В хламину. Это, блядь, его не спасет, сука, от потерь. Надеюсь, сейчас не выйдет. Да, зарежу. Это семерка, которая это напала? Нет, это... А, это город. Кота. I'm improving all the time. О, там быстрый тек появился. Так, чувак качнулся. My work requires a strong constitution. Ой, вот тут пока я оставим, пусть он... А хотя... А кто тут делся, слушай? Который там тусовался. Тимерка? А, он убежал. Не-не-не. Который с луком, помнишь, стоял на отшибе. Ну я нашел уже. Он наверх уплыл. Прием, пока мне придется временно снять добычу еды. Ну точнее, производство в городах. А где вот этот еще? А, ну вот он, 18, а девятка. Чтобы где? Не было хуйни. Девятка куда-то съебалась. Съебался. А, девятка уходит. Victory beckons. О, золото еще лучше.
I cannot do that. With Athena's blessing. Афины. О, можно это качнуть. А можно и не качать. Если на Мирапиду нападут, могут напасть. 800 по Кию. Нокс, Нексус. Так, значит, мне коняшек тут поубивать. Кстати, у меня же тут 19 с этим. Да, с гидрой. I've got what it takes. Awaiting orders. Beyond my skills. I'll do it right. Ну чё там? Мутишь.